Шишкевичем, но не попал. Джеремай Хилл поддерживает здесь быстрый отрыв. Партнеры Мейерис! 12-2 делает счет тайм-аут уже. И Локомотив берет первый тайм-аут в этом матче. Джекван Льюис никуда спешить не будет. Пас на Норгера. Раунду! Колодец двух рук! Остается против Гудайтис. Это неравноценный размер. Отлично! Какая потрясающая скидка! Обманул всю оборону «Зенита». Поверил и Гудайтис, и другие игроки, то, что Личутин будет бросать сам. Фрейзер подвешивает на Апича, и это алю. Такой важный момент и такую красоту исполнили. Внутрь на Апича. Он будет давить до конца. И смотрите, Джеред накрывает Драгона. Классный блокшот. Сайлас Мелсон может сам себе создать момент для броска, но почему-то в последний момент передумал, сделал скидку, и Хизоне записывает на свой счет второй перехват. И вот такой великолепный ассист на Вячеслава Зайцева. Нужно было сделать лишь один степбэк, чтобы попытка оказалась трехочковой. О, Джекири говорит нет Уэрсу Силиншу! Этот блокшот был чистым. Ганкевич проваливается вниз, но не получил почему-то передачу. Перемудрил Слепков, потерял мяч. Волькин! Ба-бам! Он участвовал в своем дан-контесте, он был обязан порадовать нас таким моментом. Спасибо, Игорь. Три из четырех. Трехочковых. Бринтон Лемар на Даррела Уиллиса. Но против такого, конечно, защищаться очень-очень сложно. И Астана просто решила дать возможность взлететь. Микки против Остапковича. Антон выбирается спереди. Есть подстраховка от Фрейманиса. Микки, но как потрясающе развернулся. Вот это спинмув. Фантастика.